Астрологический прогноз на сентябрь 2015 года. Месяц сентябрь можно назвать периодом мудрости, но и одиночества. Это сложный аспект, потому что будет необходимо сделать правильный выбор, не задев свои эмоции. Это месяц изоляции и действия в одиночку. Вам необходимо помогать себе самому, так как за вас этого никто не сделает. Овен, для вас наступает звездный момент. Сейчас вы можете раскрыть свой потенциал, показать способности и умения. Ловите момент своего успеха. Телец. Вам надо будет подумать о семье, о своих близких. Вас ждут перемены, которые начнутся уже сейчас, но почувствуете вы их несколько позже. Близнецы. Поступайте осторожно и взвешенно. Необходимо внимательно относиться к тому, что преподнесет судьба. Главное – не начинать новых дел, иначе они не принесут ожидаемого положительного результата. Что-то заставит вас пересмотреть свои взгляды на жизнь. Рак. Сейчас ваша судьба может измениться. Все, что было стабильным, станет иным. Что казалось родным, станет чужим. Вам предстоит сразиться с серьезными переменами и не всегда добрыми новостями. Лев. Судьба и прошлое могут дать знать о себе. Осторожней со словами, сказанными вслух. Они могут сыграть роковую роль. Дева. Чтобы войти в новый период, необходимо пройти очищение от того, что было. Немного дадут о себе знать родовые проблемы. Вам придется что-то принять, простить и проработать. Поэтому принимайте решение и настраивайтесь на выстраивание дороги будущего. Весы. Это сложно для вас период искушений и иллюзий. Следует быть осторожным в обращении с деньгами. Не предпринимайте ничего нового и не делайте ничего больше того, что может дать вам судьба. Скорпион. Жизнь идет в том темпе, который вы задали. Если до этого вам все удавалось и получалось лететь, значит и сейчас все дела пойдут вверх. Если же шли на дно, то вы там и окажетесь. Стрелец. То, что вы считали своим, может уже не пригодиться. У вас меняется жизненный этап, и следует пересмотреть свои жизненные ценности, откинуть то, что уже не нужно. Козерог. Здесь и сейчас. Вам нужно немного концентрировать мысли на сегодняшнем моменте, а не на будущем. Если вы твердо будете стоять на ногах и правильно все организуете, то у вас все получится. Если вы не сумеете оценить этот момент здесь и сейчас, значит и не получится оценить тот результат, который принесет вам будущее. Водолей. Сейчас вам следует разобраться в отношениях со своей матерью. Возможно обострение этой связи. Еще лучше, если получится проработать кармические аспекты этих отношений. Также усилятся страхи и переживания, которые придут из воспоминаний прошлого. Рыбы. Меньше эмоций и претензий к жизни. Сейчас судьбу не интересует то, что у вас болит. Скажите жизни, что хорошего вы делаете для нее?